Мы приступаем сегодня снова к нашим вдохновительным, вдохновляющим вечерам. Верочка, сейчас я все расскажу тебе, да, про молоко. Так вот, ребенок мне напоминает, что сегодня у нас тема – это молоко. И сегодня в гостях у нас Вера Доминиковна, точнее, она не в гостях, она тут живет. И мы сегодня расскажем вам о пользе молока. Так вот, ты любишь молочко пить? Да. Очень хорошо. А ты любишь много пить или мало молочка? Много-много. Значит, пойдем сейчас за молочком. Так, молочко, значит, можно использовать в традиционных целях. Вот сейчас Вера Доминиковна вам продемонстрирует. В традиционных целях можно использовать молочко. Вот, пожалуйста. Вкусно? Очень вкусно. Так вот, сейчас мы подождем, пока Вера Доминиковна молочко выпьет, потому что очень сложно будет нам продолжать, если Верочка Доминиковна молочко не выпьет. Но она уже допивает молочко. Так вот, сегодня мы поговорим о нетрадиционных способах использования молочка. Верочка Доминиковна, смотри, что мы делаем сегодня? Мы берем тарелочку, Вот, значит, в эту тарелочку мы наливаем молочко. Ты пока пей, не отвлекайся. Мы наливаем молочко. Подожди, Верочка Доминиковна, мы наливаем молочко, и сейчас будем творить волшебство. Сейчас будет магия. Смотри. И сейчас мы будем творить с ним магию. Это не магия, это мое молоко не вкусно. Ну правильно ребенок говорит, какая это магия, это молоко. Сейчас это действительно просто молоко. Но посмотри, Верочка Доминиковна, сейчас будет волшебство. Итак, внимание. Красота-то какая! Вот это да, да? Смотри, что будет дальше. Магия будет дальше. Желтая! Не желтая, это синий. Синий. Это красный и синий. Красный и синяя магия. Фати. Вот это волшебство! Какая красота получилась! Вот это да! Сила. Это молоко. Это уже не молоко. Это уже магия. Мы берем волшебный раствор. Не буду говорить, какой. Чтобы оставить это. Это молоко пить. Ох, я понимаю, что молоко пить это гораздо приятнее. Но смотри, Веруня, смотри, сейчас будет магия. Ты. И что получилось? Вот это да. Вот это волшебство. Ну-ка. Вот это да. Ой. Ой, все упало. Все упало. Мне нужны помощники. Помощников в студию. Ой. Ух ты. Вот это красота. Теперь вот сюда, вот в эту сторону. Да ты волшебница! Ну-ка еще разочек. Вот это да, как ты умеешь разгонять краски. Вот, может, ты еще и тучу умеешь так разгонять? Слушай, ну волшебница. Запачкала. Запачкалась, ничего страшного. Вот это волшебство. Ну-ка еще. Еще. Ну что ж, на этой чудесной ноте мы продолжаем наши волшебства. Пить молоко. А вы, если вам, конечно, интересно, задавайте вопросики в комментариях. Пить молоко. Как мы это сделали? Пить молоко. Достаточно ли нам пить одной молоко. Волшебницы? А мы пошли пить молоко. Ну нет, не переживайте, другое, настоящее. Пока.